В Казахстане снова ввели запрет на отстрел сайгаков. Об этом заявил глава Минэкологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. По его словам, из-за большого количества снега и метелей животные в степи испытывают трудности. Прекратить отстрел рекомендовали отечественные и зарубежные ученые. С момента начала регулирования популяции сайгаков отстреляно было 42 тысячи животных. С учетом прошлогоднего охота. В этом году, в мае месяце, будет проведен очень скрупулезный, детальный учет. Прогнозно можно сказать, что мы имеем увеличение численности еще приблизительно 40%, что в целом составит к моменту охота, с учетом прошлогоднего охота ягненков, это будет где-то около 2,5 миллионов голов.